Одной из ключевых тем обсуждения на КЭФе стала тема инвестиций. Рассмотреть механизмы защиты и поощрения капиталовложений в России на форум приехали федеральные чиновники. Такую меру поддержки приняли в 2020 году. Инвестору не могут поменять налоговые условия и возместят затраты из бюджета на инфраструктуру для инвестиционного проекта. Кроме того, бизнесу оплатят проценты по кредитам и займам. В нашем же регионе установили так называемый региональный шлагбаум. Это оценка, насколько эффективно инвесторы используют бюджетные средства. Первое такое соглашение в крае заключили в прошлом году с Черногорским горно-обогатительным комплексом. Этот механизм как раз и позволяет найти баланс между интересами бизнеса и интересами государства. Я думаю, здесь взаимный интерес, потому что реализация механизма позволяет создать для бизнеса очень прогнозируемые, понятные условия при реализации крупных инвестиционных проектов, а государство получает новые инвестиционные проекты, новую инфраструктуру, соответственно, новые налоги, новые рабочие места.